по мотивам романа Ингера Эша Вулфа. Боб Чендлер все утро не может дозвониться матери, не берет трубку. Позвони еще раз Дилии. Дилия, это Хейзел. Дилия? В вашей области в последнее время были убийства? Судя по лицу, она в момент смерти кричала. Два убийства за три дня. Что-то будет. Ты не в состоянии за кем-то гоняться. Серийные убийцы оставляют визитные карточки. В чем дело? Желудка нет. Его вырезали. По утрам у нас много дальнобойщиков, но вы не похожи на дальнобойщика. Вы правы. Язык прижат к зубам. Что мы упустили? Может, он что-то говорит? Отец Прайс, вы знаете, что это значит? Это молитва о воскресении. Она была утеряна 15 веков назад. Похоже, кто-то ее нашел. Выпей, и больше не будешь мучиться. Ты посмотри, нас ждет жизнь вечная через воскресение. Он набирает учеников. Сьюзен Сарандон и Дональд Сазерленд. Заместитель, загляните внутрь. Ты что делаешь? Никого нет дома. Не смей его туда отправлять, он еще пацан. Он офицер полиции. Жди подкрепления, Уингейт. Повсюду кровь. Отставить, Уингейт! Три звания. Здравствуй, Хейзел. Кто это? Ты знаешь, кто.